вот практически зацвел наш розовый мамалыш. Как кактусик, который я считала засохшим, потому что он какого-то буро-розового цвета. Он розовенький и зацвел розовеньким цветочком. Ну, он как-то вроде подрос, да даже. Он так у меня, я думала, сухой стоит, но пусть стоит. И вот это вот алоэ интересное с оранжевыми кромкой такой. Он зацвел таким цветочком тоже с, ну, не с розовым, а оранжевым, и с оранжевыми цветочками.